Чтобы поддерживать огонь внутри, нужно осознанно жить, осознанно жить и, не знаю, выбирать свои мысли, наполнять, не знаю, свою реальность тем, что нравится, общаться с людьми, которые нравятся, заниматься делом, которое нравится, выбирать для себя лучшее из возможного, радовать себя, любить себя, принимать себя. Вот. И никогда не идти на перерез со своими желаниями и быть честной с собой. Я считаю, что вот этот, скажем так, залог вот этого огня. Вот. Но знаете что, я вам так скажу. Если вы думаете, что можно поймать такое состояние, когда вы все время на пике, это абсолютно точно не так. Это абсолютно точно не так. Об этом говорит Курпатов. Вот. Он говорит о том, что состояние несчастья и состояние абсолютного счастья – это не есть норма для человека. То есть состояние вот этого вот, знаете, такого, вот, это тоже стресс для организма. То есть это ненормальное состояние психики. То есть когда человек постоянно, знаете, такой вот на веселе, да, ну вот так вот все время он, знаете, там в состоянии счастья, это говорит о том, что с ним что-то, ну, действительно не так, либо он притворяется, либо у него идет это, как, знаете, как защитная реакция на стресс, потому что иногда бывает, что защитная реакция на стресс вот так проявляется, да, человек вот все время делает вид, что, да, ну он не делает вид, он ну, как вроде как, знаете, счастлив все время, вот, но на самом деле это не есть норма, поэтому не стоит стремиться вот к этим, знаете, состояниям, находиться постоянно в ресурсе, мы же цикличны, понимаете, и жизнь наша циклична. Иногда бывают подъемы, за подъемом следуют спады, вот. Ну, у кого-то бывают, знаете, такие прям черно-белые подъемы и спады, да, когда счастье, несчастье, прям вот сильно, да, градация. Вот. А иногда бывает вот потише, но все равно постоянно удержаться на, да, вот на вот этой вот планке, что я хочу быть постоянно счастлива, просто перманентно, и просто вот чтобы, ну так, понимаете, мы же живем, не знаю, не в раю, наверное, там, наверное, так, вот, и не в сказке, поэтому, ну, бывает, что расстраивает, и бывает настроение плохое, у девочек бывают гормоны прыгают, это нормально, вот, поэтому стараться, конечно, эти состояния, да, как-то контролировать, если это есть возможность контролировать, стараться, да, понять причину, почему так происходит, если долгие затяжные состояния, работать с ними, да, то есть это все можно делать, чтобы эти состояния на долгое время вас там, да, не охватывали. Вот. А так, если у вас есть цель постоянно находиться в этом состоянии огня, вот, то это утопия, это точно так.